Все, я стою. А можно головой шевелить? Вы помните эту фишку? Да, шевелиться можно. Вы меня обманули, он меня убил все равно. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Гусанёк, FM Zoom, странный никнейм, и Тучка, Бугафыр, Фриз, Наруто, пацаны, поздравайтесь. Привет. Всем привет. Всем привет. Алейкум, братья. Всем хай. Ребята, мы скачали очень классную карту, это карта с зимой, со снегом и льдом. Она очень маленькая, и сегодня на этой карте мы будем делать жесткое выживание с абунгами. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем. Выжил. Так, ставим. Прямо возле человека сразу. Первый пошел. Не надо. Да не бойся, я 100 раз так делал. Вот этого поставим. О, первый пошел. Так, для начала поставим 3 штуки и проверим, что с этого будет. Если будет очень маленькое количество людей умирать, то мы будем ставить все больше и больше. Ну-ка, в конце ролика мы обычно ставим 100 штук, поэтому в этом ролике будет не исключение. Так, я вижу, все-таки люди умирают. Давайте зайдем в здание. Зайдет он сюда? О, классно, смотрите, деревянно можно повыживать, и ничего он сделать нам не может. Так, пацаны, будем тусоваться. 4 человек уже в здании. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся снять что-то очень классное, веселое. Трое людям поднимает настроение. И кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд. Ссылочка где? В описании. Совершенно верно. Так, что-то не заходит к нам абунги, обратите внимание. Эй, ты, жопоклукс. Ха-ха, нельзя так делать. А то я еще открою, я могу открыть огонь. Не надо. Да, я буду стрелять, если кто-то меня будет бить. Да? Ого, их, смотрите, но они не заходят к нам, а почему? Ой. Все, ты мне стол должен. Ха-ха, поломали стол. Так, что такое? Никто не заходит. Давайте еще поставим. Давай. О. Не-не, убери пока шкаф, я еще их наспавню. Так, по башке шкафом не деремся. Такого абунгу. Такого. Фиолетового мордового или фиолетово-розового. И черного. Ссылочка. Так, 10 штук уже есть, пацаны. Но они все равно не заходят. Че за бред? Туса. Туса. Не ломайте шкаф. Водоки не хватает. Ну ничего, наложим. Опа! Ого, убийца зашел. О, молодец, хорошо, что ты его увел от нас. Молодец, мы дальше тут тусуемся. Так, кстати, печка тепленькая. Греем руки, пацаны. Они сейчас зайдут. Не, зайдут. Они не боятся нас. А мне нечего греть. Спиной повернись, жопу погрей. Этим просто холодно, абунгам не там хотят. О, смотрите. Я как грею свою 5-ю точку. Она у меня костлявая. Да? А что вы там толкаетесь? Я думал, тоже абунги нас мочат. А я посижу. Эй, не садись так. Так, ладно, пацаны, я выхожу. Раз вы боитесь, я пошел. Ох ты, блин, я испугался! Вот это удар в спину был. Эй, а что, спаун в этом доме стоит? Кто заспавнился, уходите сразу. Не стойте на месте, уходите. Пацаны, я сейчас всех увел. Молодец. Так, а я пока уйду от абунги. Они за мной, пацаны, а что они не заходят в то здание, где спаун? Ай. Так, давайте поставим спауны в разных местах, чтобы было получше. Так, одну здесь поставим. Одну поставим здесь. На краю карты будем ставить, чтобы было интереснее. Спасибо. И вот здесь поставим. Так, ну что, они идут. Будем сейчас добавлять еще, потому что я вижу что-то... Мы мало страдаем, я хочу больше страданий. Опа, идут толпой, все выносят. Ой, я по льду побегаю. Кстати, когда бегаешь по льду, такой звук, как по стеклу, что ли, бегаешь, или что-то такое. Так это есть. Нет, это лед. Лед, сделанный из стекла, вау. Ну, лед, в принципе, и издает звуки, похожие на стекло. Там за тобой бабулька, Дима. Я вижу. Я специально их буду по кругу гонять. Но они ничего сделать мне не могут. Просто гоняются. Дима, я тебя спас, я убил тебя. Спасибо тебе. Я сейчас с самой дальней точки. Я буду спасать. Я знаю, куда надо идти, чтобы дольше повыживать. Я пошел туда. Я уже нашел место, где больше выживать. Да, быстрее. Они там убивают.
Да? Нет, смотрите. Да. Ха-ха! Ой! Не могут убить. Эй! Да вы что? Пацаны, мы же за одну команду играем. А где мы? Беги! Ого, тут можно за горами бежать? Я даже что-то не ожидал этого. Ого, все за мной. Отлично, отлично. Так, следующий ролик, когда будем, ребята, записывать по абунгам, мы будем делать так, чтобы абунга управлял реальный человек. Будет поприкольнее, наверное. Но будет сложнее. Так, а на эту вышку нельзя было подняться? Вот, блин, было бы классно. Ох ты, они прям реально через вышку мочат. Так, ставим еще, мало. Еще больше абунг. Давай сразу 100 чероби учиться. Не-не-не-не-не. Я уж карта залагала. А, да? У тебя компьютер просто не тянет абунг. Почему тянет? Дима, тянет, да? Беги. Я бегу, я бегу. Дима. Я буду так по кругу, по льду бегать. Мне нравится этот звук. Я дай Диму спас. Ну, давайте проверим, лед можно пробить гранатой? Нет, его не пробить. Было бы классно, да, если бы лед можно было пробивать? Да. А! Через мост сбежал, блин, затоптал меня ногами. Подлец этакий. Ну, а Дима увязался и не отстает. Так, 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 побежали сюда. О, гусь, привет, давай будем тут тусоваться. Давай. Я вольно. Давайте сейчас, кто умрет, тот лох. Погнали. Давай, Дима, умирай сразу. Нет, я не буду лохом, я буду добрым. Ой, я буду добрым лохом. Ребята, настроение отлично, надеюсь, вы смотрите наши ролики. И не забыли поставить лайк и подписаться. Обязательно поддержка канала. Мне, кстати, осталось за 1,5 миллиона 5 тысяч. Наверное, даже 4. Так что давайте поднажмем, добьем мне 1,5 ляма подписчиков. Будет больше стимул пилить еще лучше ролики и круче. И веселее. Эй, за мной увязался один передурак и хочет меня убить. Толпа. Так, что-то я вижу, лохов нету, да, у нас? Пока что да. Ну ждем, ждем, ждем. Такой Дима умирает сразу. Нет, кстати, они все за мной, не хотят, чтобы я был лохом? Нет. Да. Ник лох. Все. Усёк, ты что тут делаешь? Беги! Все, за мной-то, смотрите, увязались и все. Давай, переключайтесь на него. А, чуть не убили меня. Абунга-апокалипсис. Абунга-апокалипсис? Да. Так, опять тот же самый умер. А, нет, другой уже. А, нет, тот же самый. Странный никнейм у него. Дима, ты же не забываешь правила. Ты же не помнишь то, что если стоять на месте, они тебя не убивают. О, точно! Давайте. Я сейчас так и сделаю. Надо сейчас с ним умереть и не двигаться вообще. А, когда возрождается, да, не двигаться? Да-да-да. А, ну тут спауны так сделаны, что, наверное, будем застревать. Сейчас я еще поставлю в разных местах. Так, давай, один ставь. Здесь поставим, один здесь. Это работает. Это работает, если не... О, так что, мы можем все возродиться и не умирать? Да. А! Все, я умер, сейчас посмотрим. Я буду стоять на месте. Все, я стою. А можно головой шевелить? Вы помните эту фишку? Да, шевелиться можно. Вы меня обманули, он меня убил все равно. Вы хитрые. Нет, Дим, крутиться можно, но двигаться нельзя, я помню в ролике. А может, он просто шел в ту сторону, где я стоял, и поэтому убил меня? Так, мы еще ставим сейчас в разных местах. Много спаунов нафигачим. Так. Здесь ставим. Отлично, Лечу, отлично. Я выживаю. Интересно, убьют они меня здесь или нет? Давайте будем убивать. Ого, рядом, рядом. Эй, морда, смотрите, стоит и смотрит. Убил. Значит, и меня Дима, сейчас убьют. Сейчас убью, да, лучше спрыгивай. Не, я буду так двигаться, влево-вправо. Они меня не убьют. Они снизу прыгают, снизу. Они высоко. Да жопы, блин, я дернулся. Ну все, я их не боюсь. Смотрите, вот я не двигаюсь, он меня не убьет, правильно? Да. Вот все, что они нам сделают? Я не двигаюсь, смотрите, и что он мне сделает? Он меня не убьет, правильно? Да. А, нет. Неправильно, неправильно. Ну и все. Неправильно. Все, я в безопасности. Я тебя найду. На вышке сейчас стоит. Ё-моё, блин! Я так дергаюсь, я не ожидал, что он зайдет. Я хотел бочку эту вонючую поставить. Дим, нас туалет убил. Да? Да. Но тут у нас предмет, он, значит, прихлопнул. Он ударил об предмет, да? Да, да. А Бунга, когда бегает по льду, есть звук или нету? Нет, нету. Нет. Он вообще бесшумный. Все, я заныкался от них. Я вижу практически всю карту, буду наблюдать. Давай, давай. Так, я еще добавляю, пацаны. Так. Нет.
смысле? Один пропал на глазах. Они телепортируются. Ого, уже, ребята, штук 20 я поставил. Ну все, они меня не убьют, смотрите. Да? Не убьет же? Ладно, убивают. Ставим еще. Ставим еще. Хочу, чтобы пацаны более живее бегали, активнее. Сразу 50. Уже где-то штук 50 поставил. 50 штук уже есть. Димас, ручку спасибо. Димас, я встаю, меня вообще никто не трогает. Да? Вот это толпа, ребята! Так, все, побежал. Я спасаюсь. Кстати, вот этот круглый, он быстрее всех, я так понимаю. Смотрите, он прям жестко, активно хочет нас догнать. Срезаем резко. Ну ладно, ладно, не получилось. Все, будем тут стоять. Ну главное, что я спавну, да, поставил в разных местах на карте. Так интереснее. А то они сейчас бы тут бегали. Что? У них одинаковая скорость, просто создается иллюзия, что кто-то быстрее, кто-то нет. Да? А мне показалось, что вот эта круглая, которая штука. Блинчик глазастый, он быстрый. Кажется. Да? Там я оторвался. Они либо печку, либо ванну, или что они там пинают в футбол. Я оторвался, все, пацаны, они за мной не идут, кстати. Офигенно, я нашел точку на карте, где они не могут убить. Я тоже нашел. Отлично, тоже. Ребята, точка, ну беги, что? Точка, беги. Я нашел метод. Не точка, беги. А вот интересно, он может ко мне тпхнуться или нет? Они меня вообще не видят. Получается, если нема визуального контакта, они ко мне не идут? Офигеть, это круто. Сейчас ставим. Ребята, ставлю сразу 100 штук. Абунговый дождь. Аллилуйя, абунговый дождь. Все, ребята, 100 штук. Беги. Все нормально. Сразу. Жестко. Вот это трэш. Просто. Все, я стою возле человека, который не хочет не умереть. Все, они меня не трогают. А, нет. Давайте... Все, стою, не двигаюсь. Не двигаюсь, смотрите. А ты смотри. Помогите. А что в тех роликах они нас не убивали, а сейчас убивают? Может, абунги за это время... Может, они поумнели за это время? Ты умные, что ли, стали? Петушка, беги. Я банал стоять. Что это бессмертная... Ой, бесполезная штука просто стоять. Вот это здесь оравы их. А на льду скользишь? Не, обычно делают так, что на льду скользишь. Вот, все, ребята, короче, пошло страдание. Смотрите, сколько мест, где показывают смертей, сколько там людей появляется. Я мгновенно умираю. Отлично, хорошо, в других части карты появляюсь. Так, я знаю, что надо делать, надо быстрее в дом забежать. И стол поставить. Стол! 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 Минус. Их там жесть! Отстань! Да, отстань, морда! Что интересно, я даже заспавниться не могу. А что ты не можешь? Нажимаю выстрел, ты появишься. Или пробел. Ой, головой об этот ударился. Все, тупик. Нет, то есть я спавнюсь и погибаю сразу. Жесть. Давайте посмотрим, сколько людей вообще больше всего умерло. О, Наруто 40 раз умер. Нифига себе. Короче, давайте, ребята, в конце ролика напомните, что мы посмотрели, кто займет первое место. Это тот, у кого больше, меньше всех смертей. И проигравший, у кого больше всех смертей. Наверное, Наруто. Так что, давайте. У меня печка убили. Ай, тут жесть, сколько. Карта маленькая и просто триллион штук. Дочь, как ты выживаешь? А, за мной, блин, в это здание забежал. Вот это жесть. Они, короче, по всей карте, да, начали уже этот, оккупировали нас. Поджопник дает неплохо. Все. Вот это трэш. Ай, на опережение сыграл. Ой-ой-ой. Отлично, отлично, бегите. Вот это постоянное появление. Смерти у людей просто жесть. Ну карта маленькая для 100 штук. Зато веселее. Беги. О, кстати, на этой части карты их нету, да, в основном? Смотрите. Ну вон там мужик стоит. Он, короче, этот, чекает и сейчас орёт тем, чтобы он... О, вот и сальтуху закрутил красиво. Да, надо с Бенни Хоппием бежать. Бенни Хоп. Мне уже почти 100. Ой, молодец, я хочу, чтобы у меня было меньше всех смертей, я буду победителем в этом ролике. Это у меня меньше всех смертей. Ты что, ныкайся?
А он тоникает. А как ты выживаешь так долго? Я по карте просто бегаю, я тренировался после. А как ты тренировался? А вот так, просто бегал тобой. Да? Я знал, просто проверял. Видишь, тоже шаришь как? Да. Я только бегу. Все, я выживаю. А нет, все-таки выживать не буду. Бегу дальше. Хочу все-таки хотя бы не последнее место занять. Давайте проверим, сколько у меня смертей. Потом проверю в следующий раз, потому что что-то вообще жестко. Но пока ты точно последнее место не занял. Отойди, Тима. Да, хорошо. Отлично. Ребята, я тоже выхватил, как дольше всего выживать. Вот так надо по кругу бегать, да, пацаны? Да, просто по карте. Все. Я бы поставил их больше бы, но мне кажется, если я поставлю больше, лагать начнет. Ой-ой-ой. Это там я смертей. Ой. А, они окружают нас. А повиснуть на попе вверх. Да? А, я знаю, как, знаете, да, пацаны, как можно больше всего очков набрать. Ой, да. Я... Умереть и не возрождаться. О, нет, так уже нечестно. Ну ты так делаешь, поэтому у тебя меньше всего смертей. Нет, ты так не делаешь? Я по карте бегаю просто. А где ты? Какой у тебя скин? Посмотри, как ты бегаешь. Я скин этого сломанного Бонни. Да? Вот ты бегаешь, привет. Бонни сам там. Я могу возродиться. Дима, беги за тобой. А вот сломанный Бонни, я с тобой буду. Побежали. Давай. Мы вместе, давайте. А где ты? Я тебя не вижу. Вот. Эй, что тебя не убили? Тебя же уже было убить. Банда бегут. За мной банда. Все, будем с этим челиком держаться. Я его сейчас физганом, наверное, поймаю и скормлю его бунгом. Привет. Чего? Не бойся. Давай. Скорми. Ой. Все, отлично. Я тоже террористом стал. О, что там за дым такой? Это бомба. Это кто-то пердак. Пердак взорвался у кого? Есть, убили! Я живой. Живой, да? Человек с экраном. Так. Вот это движ за мной. Ох, их там толпа. Надо, короче, в другую часть карты бежать. Сейчас. За мной сейчас все, я всех отвлекаю. Молодец, спасибо тебе, мы за тебя выиграем. А, помогите! Помогите! Все, я стою, не двигаюсь. Ну это не работает так, почему в тех роликах работало? Все, не двигай, смотрите. Может, сюда остальные все бегают. Ну все. Из-за вас все, пацаны. Да я бегу, так. Это все. Димас, смотри. Я бегу, а где ты? А я наверху. А как тебя там, а где, я тебя не вижу. А ты наверх, смотри. А он на пропе. Не надо! Нет, Дим. Не, ну так если ты будешь так делать, я тебя забаню. Случайно. Это как называется, пацаны? Проп-эйр, да? Да, проп-эйр. Ты, пропердейшн, блин. Пропеллер, точно. Спасибо. А вот его проп валяется. Держите, абунги, кушайте. Кстати, дольше всего держусь, пацаны, наверное, еще не умираю. Я дольше всех держусь. Эй, мечи-меченосец. Где? Блин, окружили! Их так много! Они нас убивают, потому что они голодные. Пацаны, бегите! Фриз, я тебя жизнь сломал. Вы ничего не заметили? Ничего не замечаете? Да. Смерти нету. А чё? Я отключил искусственный интеллект. Я нажал игнорировать игроков, думал, вы будете дальше убегать, потом стрелы не остановились. Было бы классно, если бы от них убегали, а они бы это вас не мочили, вы убегали бы от них постоянно. А, бунги. Ой. Ох ты, ё-моё! Телепортируется жестко вообще. А я бы уже... Ого, вы видели, тэпнулся? Они тэпаются? Да. Так. Ну блин, я не успею забежать даже в дом. Не бойся, я так 100 раз сделал. Да, тысячу. Тысячу раз сделал? Да. Так что мне надо 9, Диме. Вау, нифига себе. Это Дима. Бам! Блин, ну когда уже Абунгам добавят жизни?
Я, пацаны, это чтоб немножко вы согрелись. Вам тепло? Да, тепло. Да, очень. Так, ну что, давайте, короче, отключая искусственные интеллекты и посмотрим, кто больше всех проиграл. Смотрим. Больше всех проиграл у нас кто? Странный никнейм, да. Пусть будет этот... Как его пусть будет? Пусть будет Jump. Jump. Я не знаю, как его прочитать. Кот. Jump. Джун пусть да. будет, да. Джун. А меньше всех смертей у... И тучка. Да я жестокий, я знаю. Да ты реально получитер, как ты так делаешь? Я просто тренировался, понимаешь? А как ты... Ну ладно, потом в конце ролика, ребята, он расскажет, как он тренировался. Не расскажу, это секрет. А, хорошо, это будет секрет, но я всем потом расскажу. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока.